Привет всем, с вами ваша строго-бутафлая серебряная бабочка. Зашла в магазин, посмотрю на парфюмы города. Много чего мне понравилось из того, что я не пробовала. Но, конечно, больше всего мне прельщает Касабланка Лили. Про нее хочу как-нибудь рассказать. А это косметика от Барреда. Тушь $90, а помады 65. Это Хелл, это японская какая-то фирма, это я, это делаю. Кстати, мне дали два пробничка, не буду сказать, хочу поднимать руку. Это что-то из одежды, это я опять же, такая. Это приватная линейка Селин. Я очень впечатлена этой линеечкой, и мне понравился аромат рептил, что в переводе обозначает рептилия. Я так впечатлена, что хотела выпросить пробник, но у них его, к сожалению, не было. Дальше я пробежалась по студии. Вот так вот посидеть приятно, когда за тобой ухаживают, но только не за мной. Это одежда, которую я смотрела, например, Шанель шортики. Все на скидке, но это не помимо. Дальше я пошла смотреть обувь. Это мои любимые, вот смотрите, Балансиага. Дальше идет декор для крутых Версачи и тому подобное. Там даже были обои Версачи. А туфельки, босоножечки, сумочки, все как мы любим. И дальше у нас идет Исимьяки Баобао. Вот эти вот ломаные сумочки, как... Я не знаю. Это интересные свечки. Один называется Boy Smelling. И хрусталь, кстати, дорогой. Это я опять же. Это губные помады от La Perla. Ну, я не пробовала, не знаю почему. Наверное, потому что не доросла. А это La Perla, вот эта линеечка, о которой я много что рассказала вам. И мне много что нравится. Ну и напоследок Christian Louboutin. Тоже что-то есть у меня в доме от Louboutin. В виде пробничков, о которых я всем рассказала. Вот у них такой стенд. Причем никого там нет, только я. Такой пустынный стенд. Ну, может быть, потому что был вечер. Это ваша Словутовлай. Она я. Это не я. Ну, пока-пока. Всего хорошего.